забыла. Я не помню имена, лица, номера. Я помню только пин-код, виза, мастер-класс. Походка от Петра, да я иду в магаз. Лучше консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня говорит. Я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулит. Он такой крутой, на руле мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят, ну сколько можно тратить? Не отходя от кассы, я говорю, им хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла свою.